Всем привет! Доктор Снэдж на связи. Сегодня я наткнулся на один очень интересный, на мой взгляд, YouTube-канал. Называется он Kane Pixels, ну или Kane Parsons, как он сам себя и называет. Первым делом я подумал, ну, наверное, это очередной канал, который снимает какие-то франшизы, типа фантастические франшизы, типа Атаки Титанов и так далее. Но тут есть кое-какие моменты, которые я бы хотел с вами просмотреть. Смотрите. Вот, собственно, этот канал, как вы можете видеть, вот он, это Kane Pixels, ну или Kane Parsons. Кстати, вот то самое видео про Backrooms, про закулисье, которое мы в прошлый раз с вами смотрели, то самое дерьмо, которое мы с вами сейчас смотрели. И сейчас мы посмотрим, что за фигня происходит на этом канале. Как только я скроллю вниз мышкой, я обнаруживаю, что тут есть множество видео по закулисье, по Backrooms. Я посмотрел все эти видео, и что же я понял? По сути, здесь какая-то компания, на самом деле, как ее название, Async Research Facility, они пытались решить проблему перенаселения. И, на мой взгляд, у них это, видимо, как-то получилось. Они открыли портал вот в Backrooms, я так понимаю, в какое-то другое измерение, да? В какое-то измерение, где бегает какое-то дерьмо и пытается тебя съесть. Ну, сейчас мы посмотрим, вот, как они открывали этот портал, самое первое видео. А точнее, посмотрим с вами информационные видео, то есть, чтобы мы понимали, что там происходит. Сейчас я его включу и начнем. Извините, там просто на улице кто-то что-то врубает. И что-то гремит, я даже не знаю. Сейчас начнем. Начинаем. Так, Async Research. Ага, то есть они сейчас будут что-то там. То есть сейчас они нам будут показывать, как этот проект KV-31 у них, собственно, устроен. Что за фигня там вообще происходит? Сейчас нам сейчас все расскажут. What is Project KV-31? Project KV-31 pertains to the study and development of the Async Low Proximity Magnetic Distortion System. Ага, то есть какие-то магнитные поля открывают дырку в канализации, точнее дырку в закулисье, в которой наш товарищ в прошлый раз провалился. Вот засранцы, открывают порталы не там, где надо, и нормальные люди провалятся в какое-то дерьмо. For the sake of convenience, you may hear your peers refer to the project under any of the following titles. The Machine, The Door, The Back Rooms, The Complex. Вот это да, вот это, походу, это тот самый портал, который они построили. Вот это да, это как они перетаскали туда все это, что какие-то лампы стоят, я даже не знаю, как это назвать, что это за аппаратура такая. Просто я много чего знаю по электронике, но вот не могу сказать, что это за аппаратура такая. Опа, и связь обрывается. То есть нам сейчас рассказывают, что в этот комплекс нельзя входить одному, видимо. Ну да, ты войдешь там одному, там какое-то говно на тебя нападет. Побежит за тобой какой-то мужик там, не знаю, голый, а ты такой, ой-ой-ой. Ага, то есть нам рассказывают, что нужно им-таки что три человека, иначе ты придешь там, что-то на тебя нападет, ты не сможешь спастись, чтобы кто-то прикрывал там, кто-то потешил, кто-то
Кто-то, я не знаю, господи, как-то все вообще устроено, даже не знаком с этим каналом вообще. Ага, походу они вот уже открыли это все. Ну и звук. О, лампы, смотри. Лампы, лампы. А, так это же то самое место, где мы в прошлый раз и были с тем чуваком. Какие-то костюмы одели. Маскарад, что ли, собрались, я даже не знаю. Так, видим, куда-то идут. Я даже не знаю. Так, товарищи, извините, я не могу этот ролик доснять, потому что мне уже пора идти, я только уже вспомнил. Но канал довольно интересный, можете потом глянуть. Так что, да, дела, они, это не очень странные дела, это очень сраные дела. А так, давайте до Нового года добьем хотя бы 300 подписчиков. Не 300 тысяч, а хотя бы 300. Уже буду рад. Это меня мотивирует на создание новых роликов и отыскивание времени для них. Ну, а так, с вами был Доктор Стрэндж. Ну, желаю всего доброго и пока.